Депутаты Государственной Думы Томской области обнародовали свои доходы. За прошлый год народные избранники на шестерых заработали 46 миллионов рублей. В их декларациях машины, земельные участки, дома. Кто заработал больше всех, расскажет Юлия Боброва. Самым богатым депутатом Томской области оказался Андрей Галушко. Почти половина общего заработка парламентариев от нашего региона принадлежит ему – около 19 миллионов рублей. В 2015 году, к слову, он тоже был самым состоятельным депутатом. Тогда он задекларировал более 16 миллионов. Супруга Галушко заработала более 3,5 миллионов рублей. Похвастаться пара может квартирой и тремя домами, причем один во Франции. Но недвижимость не так впечатляет, как число земельных участков. Их у супругов 12. Один из них тоже во Франции. Также в собственности пары автомобили Porsche Cayenne и Land Rover. Второе место у депутата от КПРФ Олега Смолина. Он задекларировал около 7 миллионов рублей, а его супруга более 500 000. Имущество у пары по сравнению с лидерами списка немного. Две квартиры, одна из них 40 квадратных метров, и автомобиль Toyota Echo. Также депутат задекларировал «Жигули» 6-й модели. На третьем месте вице-спикер Госдумы Александр Жуков. Депутат от Омской и Новосибирской областей. Хоть и заработал больше Олега Смолина, но если складывать его доходы и то, что принесла в семейный бюджет жена, получается меньше. Депутат владеет долями в квартире и жилом доме, причем его площадь более 600 квадратных метров. Земельных участков у Жукова два, самый большой, 8000 квадратных метров, предназначен для сельскохозяйственных работ. Ездит парламентарий на автомобиле «Амбассадор Грант», а его супруга на Mercedes-Benz. А вот доходы бывшего омского мэра Виктора Шрейдера. В прошлом году он заработал более 5 миллионов рублей, супруга почти 300 тысяч. В списке недвижимости его семьи можно увидеть долю в квартире, жилой и садовый дом. Каждый более 100 квадратных метров. Два участка общей площадью почти в 3000 квадратов предназначены для садоводства. И 1500 под строительство. Автомобиля у экс-градоначальника нет, зато супруге принадлежит Volkswagen Touareg. Меньше заработал коммунист Александр Кравец, почти 5 миллионов. 200 тысяч рублей – доход жены. Супруги владеют двумя небольшими квартирами по 65 и 90 квадратных метров и большой дачей – более 100 квадратов. Также в их распоряжении садовые участки общей площадью в 3000 квадратных метров и земля под нежилым строением. Ездит парламентарий на кроссовере Nissan Qashqai. И замыкает список депутат от Новосибирской и Омской областей Дмитрий Перминов. Единорос заработал меньше всех, чуть более 3 миллионов рублей. Зато у него есть жилой дом больше 300 квадратных метров, две квартиры более 70 квадратов каждая и в списке земля под строительство около 2000 квадратных метров. Кроме того, депутату принадлежат Toyota RAV4 и Lada Priora.